Добро пожаловать на мой канал русского языка. Это канал для людей, которые изучают русский язык как иностранный. Сегодня я отправляюсь на ферму слонов. Буду вам показывать, где находится эта ферма, что мы будем там делать. Смотри видео до конца. Будет интересно. Погнали! Я еду на ферму утром. Сейчас 7 часов 15 минут. Нам нужно быть на ферме в 7 часов 45 минут. Я сейчас возьму вещи и буду вызывать такси. Погода сегодня замечательная, как и обычно. Люди уже возле бассейна занимаются йогой. Заниматься йогой чем? Instrumental case. Я вышла из дома. Здесь возле дома находится парковка для машин и для байков. Сейчас должно подъехать наше такси. Ехать нам не очень долго, где-то минут 5 или 7. Здесь в этом комплексе еще есть проходная или пункт охраны. И мы выходим сюда на дорогу. Еще есть ресторан рядом с комплексом. И недалеко, где-то в минутах в 5-7, находится пляж, который называется Наянг. Наянг Бич. Мы приехали на ферму слонов. Здесь можно выпить чай, кофе и подождать, пока пригласят на экскурсию. Здесь предлагается на выбор кофе, чай. Можно утром приехать выпить какао, например. Тоже есть такие десертики маленькие и печенье. Мы сейчас попьем и пойдем уже на экскурсию. Сейчас будем готовить еду для слонов. Здесь есть нож, это тростник и ведерко. Ой, там уже слоники находятся. Сейчас будем резать. Это нож. Это бамбук. Выглядит как бамбук. Oh. And put in the basket right in front of you. But come with the 10-finger going. Okay. Come on, let's go. Come on. 반쇼이 오 보자 слоники уже проголодались. So, exactly. Quickly,
Не подходи. Он уже просит, маленький. Ага. Вниз чуть-чуть как бы. Подхоба, да. Теперь давай. Чуть-чуть сначала страшно. Бери банан, подхобот клади. Подхобот. Все, все. Какая молота. Тянется. Пусть мальчик ест. А это как саманджан? А что, он огурец не хочет? А туда? Скажет, она потом пожирает. Корми, корми. Прямо граны. Еще такие штуки есть. Круто. Не сай силикон, мана. Классно. Давай еще мне. Hi, my boy. Молодец. My friend, how are you? Бонзун, говори. Бонзун, говори. Бонзун. What club? Громко. Салали, салали. И в рот, в рот. Клади в рот. А, отлично. Отлично. Одно, одно. А, давай. Бонзун. 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 Yes, салали. Yes. Молодец. Very nice. Very nice. She's very brave. Ты brave, Алина. She's your friend? Yeah. And you are time now. Yeah. Go. Oh my god. It's okay. Bones, hands up. Bones. Put it in the mouth. It's okay, he take it. He love it. Okay. But one more, you don't drop this time, okay? Держи до конца, прям он тебе ничего не сделает. No, don't worry. We are companions. Yeah. Hands up. Bonzo. Salali, inside. Yes, отлично. Очень хорошо. Спасибо. Все, пойдем еще. О, Боже. Пойдем больших покормим. Больших, Алин. Да. Классно. Подержи, пожалуйста. Поднимаемся в гору. Здесь уже маленькие слоники. Пойдем сюда. Боже. А он прям без решетки. Какая милота. Привет, hello. Как на них можно кататься? Их же так жалко. А вот этот слоник, он слепой на один глаз. Слепой, blind. Один глаз. Он видит только правым глазиком. Да.
Это тоже большой. Вот у них пигментные пятна появляются на хоботе. Боже. Сейчас идем дальше, еще маленькие слоны будут. Сейчас мы будем что-то рисовать. Остальные люди идут еще на купание слонов. Мы, может быть, тоже пойдем на позже, в следующей экскурсии. Нам тут принесли арбуз и краски. Будем что-то рисовать. Вот этих слоников можно разукрасить на память. Это магнитики. Сейчас будем красить. Вот краски есть, кисточки. У нас получились вот такие слоники. Очень сложно рисовать. Я 100 лет не рисовала. Сейчас поедем уже на пляж. Мы только что покормили слонов. Это такой восторг. Я иду и радуюсь, как ребенок. Они такие милые создания. Они такие добрые. Ребят, надеюсь, вам понравилось мое видео. Ой, круто. Всем спасибо, всем пока.